Муратов Тарас. Да ладно. Вы так вот делаете. Всем привет. 1 августа. Казан Ринг. Территория автодрома, на которой сегодня собираются местные и не только местные дрифтеры. Поучаствовать в первом этапе летней серии нашей местной домашней угол дрифт. Так как на моей машине провернул вкладыш шатунный. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. И починить пока не успели, поэтому едем на тачке Айрата, на BMW, вот на этой пушечке. Нормально отмывает, да? Как-то один раз прокатился на ней на столбичек, все понятно, прозрачная машина, рулится идеально, главное чуть-чуть привыкнуть, и я думаю, все у нас с ней получится, и мы подружимся. Сейчас? Сколько? Время час. До дрифта сколько? До дрифта оставалось чуть-чуть больше 7 часов. Ты живый, что ты? Ты застрял? Сейчас это окажется здесь. Но мы не теряем надежды. Готово. Будем заводить. Время без 15:03. Заводи. Давай, брат. С Богом. Нет. Произойдет. Да ладно. Да ладно. Не ладно. Да ладно. Что-то едет. А ну нахуй. Да. Едет, все. Красавица. На чем поедем? А? На чем, что ли? Серьезно, он не верит. Он не верит, что она готова. Берлин выгоняет. Да? Она готова. Куда готова? Она готова ехать. Она готова ехать. Она готова, чувак! У тебя мотор перебрали вчера. Да. Едет, все. Ну, вы че, блин? Да. Ты едешь на ней. Не верит. От меганов, от мотора. Да, по-моему. А что происходит? Она еще и чистая. А? А что происходит? Она работает? Да. Вот здесь свою лучшую. Обними его, он тебе скажет. За 10 часов. Нет, Тарас, это в блок, по-любому. Ой, опять. Давай бегу опять. Здорово. Давай, давай. Может, мы хоть дети поставим штуки? Слушайте, странная вообще у него реакция. Он в шоке. Он пока не, он пока понимает, не верит, сейчас заведет. Сдерживай слезы. Заводи. Он что, принял что-то? Да! Не стучи, да? Ай, малышка моя! Бля, ты меня заглуши! Я работаю! Нормально, в лифте перевернут. Хорошо. Не глуши, не глуши, пусть работает. Пускай работает. Тарас, пошли на брифинг. Короче, давай, все, давайте на брифинг. Я в шоке. Я в шоке. До сих пор и все это невероятно и не со мной. Сильвия едет?
Все Львы Влада, это вообще. Давай, успехов. Спасибо. Итак, проехали квалификацию, заскочили на какое-то там место, 95 баллов, ну, первое или второе, точно пока не знаю. Сайлун точится вообще быстро, буквально 3 проезда, и резины уже нет. Ну, держит-то ничего, что Сайлун? Держит неплохо, да, да, держит неплохо. Машина работает хорошо, вообще все супер, ребята сделали что-то невероятное, и главное, оно работает, и работает круто, и работает лучше, чем даже на тренировке предыдущей, в другой день. Сейчас ждем парных, и дальше валим красиво и валим парных. В общем, все довольно неплохо. Первый заезд, оппонент развернулся, правда. Едем на лысом-лысом Хэнкоке, Вентус. Держа, конечно, уже так себе. Здесь уже почти все умерше. Здесь вот у нас шишка. Газ чуть сильно не жал, так только чуть-чуть, чтобы сильно не расходовать резину. А дальше уже, надеюсь, будет поинтереснее. It was at this moment that he knew he fucked up. По ощущениям мотор. У нас мотор прекрасно, да. Мотор у нас прекрасно, а вот колесо у нас что-то бьет. Надо с колесом будет разобраться. Вот так вот делает. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Интересно. Так, как рыба, короче. Я не могу прям. Спасибо большое. Давал. У тебя же есть механики, что они у тебя не грузят? Грузят, я помогаю быстрее. Ну что, поздравляю. С чем? С чем-нибудь. С чем-нибудь, спасибо. Ответить? Шатов, Тарас! Да ладно! Давай,
Олег Юрьевич. Тарас, домой ты теперь можешь пускать, нет? За третье. На порог хотя бы. Как сказать? Ну, только на порог. Только на порог. Чем мир теперь обрабатывать есть? Сейчас, сейчас. И денег, денег там, ну там до карты спереди. Там, да, главное, чтобы там сразу. Ты, конечно, открываешь так вот, запечатано. И последняя мораль какая? Мораль какая последняя? Мораль? Заноси судьям заранее. Все. Итак, этап закончился. Все, отлично получилось. Заняли третье место. Тачка валит, фанатавто, красавчики. Все, супер. Блин, невероятно, до сих пор я на самом деле в шоке, что машина поехала, я смог поехать на своей машине. В общем, дикий кайф, этап отличный, все удачно прошло. Не без заминок, но для первого раза, по-моему, очень даже неплохо. Что ж, собираемся, грузимся и едем. Большое спасибо за внимание, ну и до встречи в следующей серии. Пока!